Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Я нахожусь на улице Ипподромской, я живу здесь рядом на Плехановском. Здесь вот есть лента, все, что надо для дома, можно купить. Вот сейчас пришла, ну и сниму за одним вам цены, какие на сегодня, по продуктам, все, что увижу. Все, пойдем закупки делать. Сахар Россия 69,99. Не больше 3 штуки в руки написано. Сахар все равно дороговато. Средняя цена сейчас 70,73. Лимоны 105 рублей. Апельсины 59. Апельсины не очень. Лимоны можно выбрать. Дыня торпеда 39 рублей килограмм. Тоже выбора почти нет. Грейпфрукты 99 рублей. Яблоки 129 грэмми. Грэнни. Голден. Это все зеленые. Вот яблоки 99 рублей. Гала 96. Кстати, вот по 62 рубля из Дорет. Вполне можно выбрать неплохие. 62 рубля, цена неплохая. Арбузы по 18 рублей. Крупные такие. Нектарин 78. $89 просто персик. Бананы 65 рублей. Спелые, хорошие бананы. Помидоры килограмм сливовидные. $79,99. А желтые 140 рублей. 59 рублей килограмм вот такие. Но это как тепличные. Перец 144, красный, ласточка 49 рублей. Ну, нужно копаться уже не очень. Огурцы 34 рубля килограмм, 49 вот такие. Морковка 23, свекла 27. Тыква 118. Картошка мытая 102 рубля. 100 грамм петрушки 61 рубль. Укроп 50 грамм 41. Капуста китайская 54 рубля. Салат айсберг 35 рублей кочан штука. Тут всякая зелень. Грибы вешенки 133 упаковка, шампиньоны 154, редиска полкило 70, имбирь весовой 489 рублей килограмм. Так, это у нас слива. Слива, такой чернослив 89 рублей килограмм. Кишмиш 63. Килограмм зеленый без косточек. Нормальный цены. Дамский пальчик 129. Капуста 18. Лук 29. Картошка 19 рублей. Совсем дешево. 19 рублей килограмм. Кстати, картошка хорошая. Икра кабачковая, банка 38, 360 грамм. Кабачки в аджике 164, леча 146. Икра из молодых кабачков 89 рублей. Кабачковые 69 стеклянные банки.
Огурцы вот есть соленые, маринованные. На салат можно взять, кто не солит. Так, грудка куриная, петелинка, 276 рублей. Охлажденная свинина, 289 рублей килограмм. Кстати, неплохая. Немножко жирок. Ну, как раз, свинина без кости. На шашлык можно. Филе бедра, 469. Хлеб, вот батоны, итальянский. Чиабатта, 45 рублей. На закваске 37 рублей. Бездрожжевой 89, бородинский 49, тут разные булочки, французская с изюмом 34 рубля, но это на вес 100 грамм, я как понимаю, по 29 круассаны. Здесь тортики, пирожные, заварные. Вот коржик, 19 рублей. Круассан 30. Рогалик 8 рублей, булочка инская 6, вот булочка 17 рублей, сентябринка называется, она слоеная, пирожки по 13 рублей, вот такие, клубника, клюква, бородинский 21 рубль, 400 грамм, есть по 33 рубля, пшенично-отрубной 39 батон, деревенский нарезной 34, тостовый 42, 31 пшеничный 39, вот такой нарезной полкило здесь 41 с отрубями, вот украинский в нарезке 59 рублей, 51 рубль самому резать. Есть половинки по 29 для гамбургера. Булочки 60 рублей, здесь 4 штуки. Есть по 2, по 32 рубля. Батон пикник, 200 грамм, 12 рублей. Вот, вот хлеб сибирский, зерновой. 50 и 41 рубль. Мультизлаковый со льном. А есть 6 злаков. С полбой. Два вида. Халва 180 грамм. 49 рублей. Хлебцы 34 рубля. Упаковка 100 грамм. Мука, я смотрю, 92 рубля, самая дешевая, 2 килограмма, но пока не вижу дешевле. Здесь разные сахара. Все-таки 69 рублей сахар до сих пор дорогой. Я варенье варила, по 73 брала рядом с домом. Дорого. Всякие специи здесь на выбор. Есть подешевле, подороже. Не буду останавливаться. Полно. Рис. Так, 99. Есть по 89. Полкило 59. Гречка. Так, гречка 72 рубля самая дешевая. 112, 119. Разные цены. А вот по 64 рубля есть гречка, перловка 34, манка 31, лапша 34 рубля самая дешевая,
по 79 есть, по 89, по 69, вот по 64 лента. Кетчуп Махеев полкило разный, 89 рублей. Кальве 58, почти 400 грамм. Балтимор 61 рубль. Дорогие кетчупы. Шоколад Бабаевский 61 рубль. Фирменный, темный, с грецким орехом. Люкс 61 нормально для Бабаевского. Щедрая душа 47 рублей с миндалем. 52 рубля. Молочный. Так, что здесь у нас? Молоко 79, вот отборное. Я все время беру его. Оно не прокисает, долго стоит. Сметана 68, 74 рубля. 71 рубль. Тут разные чулки, колготки женские. 229 рублей. 40 ден. Сковородки. Кованая 1499 и 1699 побольше. Тарелки 136 рублей, 141 люминарк. Скатерти, терки простая 77 рублей. И вот такая большая 500, аж 24. Вот стеклянная тарелка 59. Разный салатник, тарелка. Форма для запекания. Кастрюли для запекания 2499. Вот кастрюля нержавейка 3799. Вот 3900 для запекания. 4 литра. Подставка для ножей деревянная 1299. Точилка. Ну, точилки здесь разные. Смотрю, ножницы кухонные 299. Ну, вентилятор 899, напольный. Три скорости. Набор блогера 999 рублей. В комплекте 10-дюймовый светодиодный светильник на гибком штативе. Пульт для стационного управления. Для фото проводной микрофон. Набор линз, держатель для телефона. Филе куриное 278 рублей. Вообще цена хорошая. Цыпленок 154 охлажденный килограмм. Бедро 242. Цыпленок 234, это другой производитель уже. Так, фарш килограмм 334 рубля куриный. Печень 700 грамм 127 рублей. Вот яйца 47 рублей С1 и 44 рубля С2. Это 365 дней. Ну, на этом я свое видео буду заканчивать. Всем пока, до новых встреч.